Сегодня, 22 июля, весь мир празднует Международный день бокса. Праздничные мероприятия пройдут не только в 85 регионах России, но и более чем в 200 странах мира. В Анапе основные торжества развернутся на Театральной площади. Праздник начнется с чествования сильнейших боксеров города-курорта. Далее состоится массовый флешмоб. Как и в прошлом году, запланирован зрелищный городской чемпионат по силе удара. В нем организаторы приглашают принять участие юношей и мужчин. Парни будут соревноваться в трех весовых категориях. Сила удара будет измеряться с помощью специального боксерского мешка с встроенным электронным прибором. Победителей ждут призы. В праздничных мероприятиях примут участие более сотни воспитанников спортивных школ города. Более подробно о мероприятии мы расскажем в завтрашнем выпуске наших новостей.